Привезли трактор в сервис XT3 QS127. С такой проблемой, что не включается газонокосильная дека. Получается, трактор ездит, все нормально, при включении идет какой-то звук, дека не включается. При первом же осмотре выявилось, что соскочил ремень со шкива. Сняли защитный кожух, обнаружилось, что есть некие механические повреждения, видимо, куда-то въезжали в какое-то препятствие. Ремень исправен? Ну, он еще какое-то время походит, но заказывать можно уже. Так как у пользователя сложный ландшафт, плюс ко всему много деревьев растет и корни выбиваются из земли, дали рекомендацию также вот эти ролики опустить, чтобы, если что, дека сыграла и не так низко опускалась. При этом не повреждались ни ножи, ни шпиндели. И в том числе вот такого рода вот повреждений не получались. Два года эксплуатации, трактор в 2018 году приобретался. Выглядит свежо. Он совсем свежий или уже сколько? В 2018 году брали. Хотя бы раз в год деку надо снимать, снимать защиты и оттуда все вынимать, потому что у вас же там ремень будет об эту труху все тереться. Не, ясно. Ну, таких типа там установки не видел. Ну, это уже моя личная инструкция. Да, согласен. Основное только логистика, то, что проездил. Слабо, снимается она 3 секунды. Ну, 3 секунды. Хочу сказать, что вот этот сам по себе трактор, он неплохой. Неправильный ответ. Хороший. Это лучший трактор лучший, в своем классе. Сравнить нечего. Ну, потому что вы купили сразу правильный трактор. Да, просто есть люди, которые сначала начинают вот с минимума, понимают то, что им этого мало, мощности для не хватает. Хорошо, кстати, когда вот они пройдут всю эту линию, нет, для фирмы они не понимают, у них цена, основная цена. А здесь соотношение цена-качество возможности, здесь лучшее то, что... Вот, вот. Значит, меня зовут Николай, фирма «Трактор». Купил себе газонокосилку Кавказ XT3, вот, и эксплуатировали уже ее второй год, уже можно сказать 3. Вот. Косилка сама по себе мне понравилась. Конечно, когда люди там отдают опыт после первого дня там после, это совсем такой объективный опыт. Что касается этой модели, два года я на ней езжу, у меня участок так большой, и в общем-то довольны этой машиной. Ну, сейчас попробуем. Сейчас соберем. Да нет, все, в принципе, работает. У меня там семья в машине сидит. Ну вот и все. 20 минут времени, человек поедет домой довольный.